6 июля в Казани пройдет один из первых матчей на паре Бельгия-Бразилия, четвертьфинала чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. В Казани уже прибывают болельщики обеих сборных, а спортсмены активно тренируются. Детально изучают игру соперников и вырабатывают тактику предстоящего матча. Предстоящая игра между командами Бразилии и Бельгии, без сомнения, станет одной из самых статусных на чемпионате мира по футболу 2018. Предыдущие этапы чемпионата мира уже отсеяли немало команд, на которые болельщики возлагали самые смелые надежды. Но после вылета Германии именно Бразилия и Бельгия сохраняют высокий статус. Сборная Бразилии на текущем мировом первенстве показала высокий уровень обороны, но в матче со Швейцарией защита оказалась не столь эффективная. И если Швейцария смогла забить, что помешает сделать то же самое бельгийцам. Мы решили выйти на улицу города Казани и узнать у болельщиков, что же они думают о предстоящем матче между Бразилией и Бельгией. My team will win. Brazil will win 3-0 tomorrow. Because we have the best players of all the world. We have Neymar, we have Coutinho, we have Paulinho, we have all the best players in the world. The team to beat is Brazil. I think that they were going to win maybe by 2 goals. Brazil will win because it's better than Belgium. But Belgium is a dangerous team too. Прямую трансляцию игры Бразилия и Бельгия, кроме центральной зоны фанатов около чаши, увидеть матч можно и в жилых комплексах спальных районов города. Новые фан-зоны появились в парке «Весна» и в Царёво-Вилледж. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.